Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня мы читаем с вами 2 глава, 1 и 2 стих. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Вот здесь возникает вопрос, что значит, что Бог за шесть дней сотворил мир, а седьмой день почил от всех дел своих. То ли это были обычные дни, 24 часа в сутки, то ли это были какие-то периоды. Надо сразу сказать, что в православном мире нет единства по этому вопросу. Одни экзегеты настаивают на том, что речь идет о периодах, а другие экзегеты говорят, что нет, надо понимать буквально, что речь идет о днях. И поэтому мы озвучим аргументы той и другой стороны. Так, например, креационисты, которые отвергают эволюцию Дарвина, которые настаивают на буквальном прочтении первой главы книги «Бытия», они приводят такие доказательства в свою пользу. Первое. Дни, упоминаемые в книге «Бытия», имеют утро и вечер. Утро и вечер. Помните? И был вечер, и было утро. А когда говорится об утре и вечере, то, значит, это относится к обычному дню 24 часа. Потому что есть часы утра и часы вечера, ночи. И вот это словосочетание «утро и вечер», оно повторяется. 1.5, 1.8, 1.13, 1.19, 1.23, 1.31. То есть в первой главе, вот в этих стихах, это словосочетание «утро» и «вечер», они присутствуют. Второй аргумент. Эти дни пронумерованы. Первый, второй, третий и так далее. Что в Библии мы встречаем только по отношению к 24 часовых суток. Третье. В Исход 20.11 эти шесть дней творения сравниваются с шестью днями обычной рабочей недели, насчитывающей 144 часа. Помните, там сказано, что вот Бог творил мир шесть дней, и седьмой почил, и осветил этот день. И вот мы тоже должны как бы подражать этому же действию. Четвертый аргумент. Существуют научные свидетельства в пользу молодого возраста Земли, насчитывающие несколько тысяч лет. Действительно, есть ученые и в нашей стране, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, в Китае. Это, прежде всего, христианские ученые и мусульманские ученые, которые настаивают, что дни творения – это реально обычные дни, и что наша планета, она не такая уж и древняя. Пятый аргумент креационистов. Невозможно, чтобы жизнь могла просуществовать миллионы лет,
от третьего дня до четвертого без света. Без света. Если действительно свет творится на четвертый день, а до этого были какие-то огромные периоды, то а как вообще жизнь могла существовать без света там, миллионы, миллиарды лет? Это трудно представить. А если речь идет о днях, каждый день это 24 часа, то это становится более-менее понятно. А другие исследователи Священного Писания, теперь мы рассмотрим их точку зрения, они настаивают на обратном. Их аргументы следующие. Первое. В первой главе книги «Бытия», возможно, существует как бы временной разрыв перед тем, как началось перечисление этих дней. Имеется в виду между книгой «Бытия 1.2» и «Бытия 1.3». Или же даже могли быть существенные временные разрывы между каждым днем. Первым, вторым, третьим, четвертым и так далее. Далее, второй аргумент другой стороны. Еврейское слово «йом», переведенное у нас как «день», оно используется в бытии скорее как указание на некий период времени, который может значительно превышать 24 часа. Например, в Бытие 2.4 это слово отнесено ко всему шестодневному периоду творения. Но экзегеты эти используют текст оригинала. Не всегда мы можем вывести ту или иную гипотезу из перевода, потому что перевод иногда может следовать одной экзегезе, исключая другую, так как каждый перевод – это все-таки комментарий. Третий аргумент. А в Библии слово «день» – «иом» соотносится с долгим периодом времени. Например, во втором послании Петра 3.8 и Псалтырь 89.5 говорится, что у Господа один день как тысяча лет. И тысяча лет как один день. То есть некая неопределенность в самом этом слове «иом». И четвертый аргумент другой группы экзегетов. Существует несколько указаний на то, что в бытии первый и второй день мог длиться дольше временных 24 суток. Собственно, говорится о первых трех днях, что они могли длиться неопределенное количество времени. Почему? Если светила создаются, творятся на четвертый день, откуда у нас берется 24 часа? Это время оборота нашей планеты, 24 часа, по отношению к Солнцу. А если Солнца не было до четвертого дня, откуда тогда можно брать 24 часа? Или она просто крутилась непонятно по отношению к чему? Если не было вот этого момента, когда день, утро и так далее. И отталкиваясь от такого объяснения, они говорят, а то, что раньше говорится день, утро, просто говорится, что у каждого периода было начало и был конец. Но говорится более понятными словами, то есть это, скорее всего, как эвфемизмы. И пятый аргумент другой группы экзегетов, ссылка опять идет на Исход 20.11. Вероятнее всего приводится
попериодная, а не поминутная аналогия между днями в книге Бытия и рабочей неделей. Таким образом, мы видим, что по этому вопросу существуют разные взгляды, разные подходы. Но когда мы говорим о могущем Боге, и берем вот это еврейское слово «йом», «день» или «период», Бог мог сотворить мир за мгновение, о чем свидетельствует и современная физика, что изначальная материя была столь плотной, что можно было бы сказать, что ее и нету. И мгновение возникает колоссальный выброс энергии, то, что называют теорией взрыва. Господь мог сотворить этот мир и за 6 обычных наших человеческих дней. Это все в его воле. Нам достаточно трудно проникнуть в это прошлое. И в книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «То, что сокрыто, не исследуй. Исследуй то, что открыто тебе». Я с детства воспринимал библейские дни как именно 24 часа. Мне это понятно. Но я допускаю, что те люди, которые придерживаются другой точки зрения, а какой догмат веры они нарушают? Если бы они при этом стали бы сомневаться в существовании Бога, Святой Троицы, в чудесном сотворении мира, тогда это была бы проблема. Поэтому мне кажется, что столкновение между разными группами мыслей экзегетов не является чем-то слишком важным и существенным. Телогумены были у святых отцов. Иногда святые отцы связывали свою точку зрения с той научной теорией, которая господствовала в их времена. И церковь связывала свою точку зрения с господствующей научной теорией того времени, когда она существовала. Была, например, гелиоцентристская такая система, что Земля, она в центре мироздания, и Солнце, Луна, звезды, все вращается вокруг Земли. Потом Солнце было поставлено в центр мироздания, и церковь стала прислушиваться к этой теории, и это казалось логично. Христос – Солнце правды. А потом узнали, что вообще таких солнц миллиарды и миллиарды, и наше Солнце не самое яркое, и вообще мы где-то на краю своей галактики, а таких галактик миллиарды и миллиарды, и многие немножко скисли. Но вот с точки зрения Феофана Затворника, это повод для смирения. Это повод для смирения. Не для уныния, а для смирения. И в то же время он видит достоинство жизни на Земле не от того положения, которое она занимает в космосе, не от того, сколько времени она существует, молодая или старая. Он видит, Феофан Затворник, преимущество нашей планеты в том, что здесь воплотился не пророк, не ангел, а сам Сын Божий, Бога-человек, Христос Иисус. Таким образом, религиозные истины, они не должны привязываться к тем или иным теориям научным. Почему? Потому что любая наука – это очень зыбкая среда. Любое новое открытие в науке, в любой науке, в той или иной степени опровергают все, что было известно до этого. Это факт. И если современный ученый берет в руки учебник по той дисциплине, которую он представляет, а этот учебник написан там 500 лет назад, он со скепсисом листает, посмеиваясь
Пройдет 500 лет, если Господь продолжит существование мира, и ученые будущего, листая наши учебники, наши диссертации научные, за которые давали там Нобелевские премии, он тоже со скепсисом будет пролистывать этот материал. Основание нашей веры, камень веры, это вера в Иисуса Христа. И если мы основываемся не на зыбком фундаменте человеческих разночтений, а на вере в Иисуса Христа, то это здание веры никогда не поколеблется. Спаси Господь. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте.